18-му было 15 лет. А мне было 17. 17. Сколько вам было в 18-м году? 19. Комсомольцы 18-го года. Какими вы их себе представляете? И вот чему вы завидуете? Ну, то, что они действительно были первыми. То, что они жили в той эпоху, которую мы так сейчас читаем и мечтаем. Но вот эти мальчишки, понимаете? Ну, я бы их назвал так. Одесские гаврошки. Многие говорят, что тогда больше было возможности проявить себя, показать себя. Вот, когда действительно страшно было лезть с одной стороны, с другой, пули так идут. Как-то такой энтузиазм был, что готов был идти куда надо. И когда нужно было, и разведку ходили, и через Днепр проезжали белогвардейцами, когда это нужно было. Завидуешь вот той самоотверженности их, вот несмотря на лишения, на все, они делали такое большое дело. В 13 лет ученик слесаря, в 17 командир отряда Красной гвардии, который называли отрядом гаврошей, в 21 секретарь Центрального комитета комсомола. Обычная биография в необычное время. Профессор Василий Филиппович Васютин. 8 лет батрачка. Член партии 17 лет. Боец Красной гвардии, ударник первых пятилеток Зельма Яновна Пигина. Всю свою жизнь он посвятил одному делу, делу защиты Родины, генерал Александр Иванович Черепанов. ...1918 год. Он начался, когда советской власти исполнилось всего-навсего 54 дня. Первый год нашей биографии. Первый год нашей биографии. Он мог стать годом труда. Страна так нуждалась в восстановлении разрушенного. Он мог стать годом претворения в жизнь самых дерзновенных планов. Их было так много у молодой советской власти. Он мог стать годом мира и счастья. Ведь люди так мечтали об этом после 3 лет войны и лишений. Он мог стать. Но вошел он в историю песенной строкой. Вошел как боевой 18-й год. Год битв и побед, год потерь и свершений. Среди множества фронтов, рассекавших страну, был один, линия которого не отмечалась на оперативных картах, но проходил он буквально через каждый дом, через каждую семью. Это был продовольственный фронт, фронт борьбы с голодом. ...15 января 1918 года. Харьков, Антонова, Овсеенко, Серго. Ради Бога, принимайте самые энергичные и революционные меры для посылки хлеба, хлеба, хлеба. Иначе Питер может околеть. Особые поезда и отряды. Сбор и ссыпка. Провожать поезда. Извещать ежедневно. Ради Бога. 22 января 1918 года. Харьков, Орджоникидзе. Получил вашу телеграмму от 20.01.1918. От души благодарю за энергичные меры по продовольствию. Продолжайте, ради Бога, изо всех сил добывать продовольствие, организовывать спешно сбор и сыпку хлеба, дабы успеть наладить снабжение до распутицы. Вся надежда на вас, иначе голод к весне неизбежен. Что такое осьмушка хлеба? Сколько это? Не знаю, нет. Это половинка четвертинки, наверное. Этот кусочек хлеба весит 50 граммов. Это восьмушка. Сейчас многим непонятно значение этого слова. Но тогда счет шел не на килограммы, а на фунты. В фунте 400 граммов, 50 граммов. Это и есть восьмая часть фунта, восьмушка. Насколько вы в день съедаете хлеб сейчас? Полбулки на 2 человека берешь. Да, были дни весной, летом 18-го года, когда дневной хлебный паёк в Москве, Питере и других городах центра России состоял из осьмушки. Это был голод. Костлявая рука голода, который грозил народу миллионер Рябушинский еще накануне октября, стала для нас
не менее опасные, чем пушки интервентов и белогвардейцев. Голод начался в стране еще до февральской революции, усилился при временном правительстве. А в 18-м году положение стало особенно тяжелым. Года 4 назад мы выпустили сборник воспоминаний и документов «Хлеб и революция». Эта книга мало известна. Тираж у нее был весьма скромный, 1000 экземпляров, поэтому я позволю себе процитировать одно место. Известный деятель нашей партии, активный участник борьбы за хлеб, Алексей Егорович Бадаев. Это имя, вероятно, многим памятно. Вспоминал: прозаический фунт хлеба моментами превращался в залог победы всей пролетарской революции. Хлеб был тем топливом, который надо было ежедневно подбрасывать в локомотив революции. На весах революции хлеб часто лежал той гирей, которая грозила перевесить враждебную чашу. Хлеб был у кулаков, но они саботировали поставки. И тогда, по предложению Ленина, свыше 30 тысяч передовых рабочих, объединенных в продовольственные отряды, были направлены в деревню для изъятия излишков хлеба. С помощью продотрядов и создаваемых в деревнях комитетов бедноты кулацкий саботаж хлебозаготовок был подавлен. Тула, губсовет Панюшкину, удивлен отсутствием известий. Сообщите срочно, сколько хлеба ссыпано, сколько вагонов отправлено, сколько спекулянтов и кулаков арестовано. Предсовнаркома Ленин. Мир. Он нужен был стране как воздух, как хлеб. Вернее, больше, чем хлеб, ибо его без мира нельзя было получить. Правительство Антанты игнорировали мирную инициативу советского правительства, и оно начало переговоры с Германией. Условия были тяжелыми. Польша, Литва, Латвия, Белоруссия, Украина оставались под сапогом оккупантов. Вопреки директиве правительства, возглавлявший советскую делегацию на переговорах Брест-Литовский Троцкий заявил: «Советская Россия договор не подпишет, но войну прекратит, а армию демобилизует». И 18 февраля кайзеровские войска перешли в наступление. Кто мог им противостоять? Старая армия развалилась, а Красной армии фактически еще не существовало. Во все районные комитеты партии большевиков 21.02.1918, 12 часов 20 минут дня, советуем, не теряя ни часа, поднять на ноги всех рабочих, чтобы, согласно решениям Петроградского совета, имеющим быть принятыми сегодня вечером, организовать десятки тысяч рабочих и двинуть поголовно всю буржуазию до одного под контролем этих рабочих на рытье окопов под Питером. Революция в опасности. Социалистическое отечество в опасности. Только в Москве и Петрограде в Красной армии ушли 100 тысяч добровольцев. Первыми в армию ходили коммунисты. Из обращения Петроградского комитета Союза рабочей молодежи: на смертный бой с буржуазией зовем мы вас, молодые пролетарии Петрограда. 23 февраля. Из сводки германского командования: южнее Пскова наши войска наткнулись на сильное сопротивление. 23 февраля, день рождения Красной армии. Алое полотнище. Оно пробито осколками вражеских снарядов, и на полотнище мы видим надпись «За власть Советов». Здесь вы видите в гуще боя командира красноармейского полка Черепанова. Сюжетом для этой картины художником студии имени Грекова послужила контратака 2-го красноармейского полка 23 февраля 1918 года. А как он, так сказать, родился? Еще, так сказать, во время временного правительства, так называемого, армия начала разлагаться. Прав был Владимир Ильич Ленин, который говорил, что армии нет, лучше, как говорится,
сделать, чтобы скорее демобилизовать. И он отдал распоряжение о демобилизации. И надо формировать новую, так сказать, Красную армию. Это мог только сделать, так сказать, Владимир Ильич Ленин. Другой бы начал латать эту самую армию, которая никуда, так сказать, не годится. Ничего из них, все, так сказать, ей надоело воевать. Все бежит. А тут пошли, так сказать, добровольцы, те, которые, так сказать, понимали именно идейные, что надо защищать советскую власть. Артиллерии у нас не было. Мы были без артиллерии. Но мы имели. Нам вот в самом Пскове Позерн, который командовал тогда фронтом, старый большевик, он дал нам политработников, которые тогда назывались агитаторами. В масштабе полка он дал Калинина, который был при мне, и потом в ротах были, так сказать, политурки. И вот, несмотря на то, что, как говорится, артиллерия со стороны немцев была, у нас не было артиллерии, это все равно, что против снаряда горсть, так сказать, песку. Но политработники так красноармейцам внушили, так сказать, такое большевистское, так сказать, слово, что именно, так сказать, слова партии оказались сильнее снарядов. Слабые отряды Красной Армии еще не могли сдержать наступление. Необходима была передышка любой ценой. Но положение осложнялось тем, что в партии были люди, выступавшие против немедленного заключения мира. 23 февраля на заседании ЦК партии Владимир Ильич заявил: «Политика революционной фразы окончена. Если эта политика будет теперь продолжаться, то он выходит и из правительства, и из ЦК». Результаты голосования. Предложение Ленина — немедленный мир. Против — четверо. Воздержались — четверо. За — 7 голосов. 3 марта Брестский мир был подписан. Через 4 месяца, выступая на 5-м Всероссийском съезде Совета, Владимир Ильич скажет: «Товарищи, вы знаете, что со времени последнего съезда главным фактором, определяющим наше положение, изменившим нашу тактику и определившим нашу политику, был Брестский мир. Позвольте мне остановиться на этом более подробно. Многолетняя война изранило все тело России. Помещики, цари и капиталисты оставили нам в наследство величайшую разруху. Народ наш сегодня похож на избитого до полусмерти человека. Наша молодая республика, еще не став на ноги, вынуждена вести ожесточенную, неравную борьбу, окруженная огненным кольцом контрреволюции, мятежей, блокады. Восстание бело-чехословаков, англо-французы с севера, генерал Краснов на Дону. Стране не хватает хлеба. Практически его просто нет. Прибавьте к этому эпидемию тифа, холеры, цингу. И, наконец, 8 немецких дивизий, стоящих за нашей спиной на линии Орша-Могилев, готовых в любую минуту обрушиться на нас всей своей мощью. И в этих условиях находятся люди, которые предлагают нам начать войну с Германией. Пойти на разрыв, да, несправедливого, да, позорного, но жизненно необходимого нам мира. Да, мы сейчас отступаем. Это горькая, унизительная правда. Но у нас нет другого выхода, потому что война сегодня. И в этом отношении не должно быть никаких иллюзий. Означает гибель советской власти. Судьбы мировой революции дороги нам, большевикам, не меньше, чем левым эсерам. Конечно, можно бросить народ в костер мировой революции. Тот самый костер, о котором здесь говорил товарищ Спиридонова. Но люди не хворост.
У нас есть живой ребенок. Это наша кровью добытая Республика Советов. Народы мира верят, что мы сохраним этого ребенка. И у нас нет сейчас более святой задачи. Киев, 1918 год. Немецкие войска пришли на Украину с тем, заявляло германское командование, чтобы защитить ее от большевизма. Обратите внимание на этот жест. Вот он. Защитники готовятся сытно подзакусить. Аппетит у них был отменный. 2 миллиона центнеров пшеницы, десятки тысяч голов скота, тысячи вагонов с продовольствием. В эти лагеря сгоняли всех тех, кто сочувствовал советской власти. Малейшее сопротивление жесточайше каралось. Но разгоралось пламя партизанской войны на оккупированных территориях. Вот так войска Кайзера освобождали Украину от влияния большевиков. Решением 4-го чрезвычайного съезда Советов столица РСФСР была перенесена в Москву. Здесь работало советское правительство, и отсюда шли ленинские мирные предложения. 14 мая 1918 года. Полковнику Робинсу. Дорогой господин Робинс, я прилагаю при этом предварительный план наших экономических отношений с Америкой. Этот предварительный план был детально разработан комиссией по внешней торговле в нашем Высшем Совете Народного Хозяйства. Я надеюсь, что этот предварительный план может оказаться полезным для вас при вашей беседе с американским министром иностранных дел и американскими специалистами по экспорту. Примите мою глубокую благодарность. Искренне ваш Ленин. Единственная фотография заседания Совета народных комиссаров. На плечи этих людей легла огромная работа – создание первого в мире пролетарского государства. Все впервые, все заново. Национализация промышленности и земельная реформа. Ликбез и продовольствие. Восстановление и развитие промышленности. Все то, что Ленин назвал очередными задачами советской власти. Скупые кадры кинохроники донесли до нас облик этих людей. Наркомздрав Николай Александрович Семашко, наркомзеб Александр Григорьевич Шлихтер, наркомнац Иосиф Виссарионович Сталин, наркомпрос Анатолий Васильевич Луначарский, председатель ВЦИК Яков Михайлович Свердлов, наркомпрод Александр Дмитриевич Цурюпа. Товарищ Цурюпа, вид больной. Не теряя времени на двухмесячный отдых. Если не обещаете точно, буду жаловаться в ЦК. Ленин. 23 мая 1918 года. Управляющему делами Совета народных комиссаров Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу. Ввиду невыполнения вами настоятельного моего требования указать мне основания для повышения мне жалования с 1 марта 1918 года с 500 до 800 рублей в месяц, и ввиду явной беззаконности этого повышения, произведенного вами самочинно по соглашению с секретарем Совета Николаем Петровичем Горбуновым в прямое нарушение декрета Совета народных комиссаров от 23 ноября 1917 года, объявляю вам строгий выговор. Председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин. 1 июля 1918 года. Дорогой товарищ Иоффе, Чичерин – работник великолепный, добросовестнейший, умный, знающий. Таких людей надо ценить. Что его слабость – недостаток командирства – это не беда. Мало ли людей с обратной слабостью на свете. Один из первых советских киножурналов. О чем он рассказывал в июне 1918 года.
Фильм, который вы смотрите, вобрал в себя лишь малую частицу того огромного потока событий, которыми ознаменован этот год. К сожалению, нет у нас документальных кадров, которые бы в должной мере отражали повседневную жизнь, труд и быт рабочих, крестьян, интеллигенции. Вероятно, тогдашним операторам это казалось не столь существенным. Они не фиксировали на этом свое внимание. Они не предполагали, что сейчас для нас каждый такой кадр был бы поистине драгоценным. Но все же история сохранила много кадров, фотоснимков, других интересных документальных материалов, которые вошли в этот фильм, которые запечатлели события 18-го года. 4 июля 1918 года в Москве открывается 5-й Всероссийский съезд Советов. Этот съезд должен был утвердить первую конституцию Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Но почему подняты по тревоге воинские части отряда ЧК? По указанию лидера левых эсеров Марии Спиридоновой, убив германского посла в Москве, левые эсеры подняли мятеж. Мятеж, подготовку к которому они начали еще в июне месяце. Мятежники, захватив ряд домов в центре, начали обстрел Кремля. Охрана Большого театра, где проходила работа съезда, была возложена на красных латышских стрелков. Верные солдаты революции, красные латышские стрелки. В июльские дни 1976 года мы беседуем с ними у мемориала в Риге. Вспоминает Петрес Гришко. Мы были срочно вызваны, наша часть, в Москву. И здесь мы столкнулись с весьма тяжелой обстановкой. В то время я был пулеметчик, и мне активно пришлось принимать участие. Примерно вот это было на Донской улице, дом номер, конечно, не помню.
Он такой в глубине, впереди палисадник. Трудно было к нему подойти. Но мы успешно действовали. Так что потерь-то у нас не было. Но их, как говорят, так по-настоящему пощипали, что им пришлось сдаться. Об этих днях вспоминает Ян Петрович Калны. Ленин не спал эту ночь. 6 на 7 июля мы его видели в Кремле. Он ходил по территории Кремля, смотрел, где находятся те стрелки, что они делают на постах, которые остались в Кремле, и слушал, где стреляет, чем стреляет и далеко ли стреляет от Кремля. Но, надо сказать, было применено военная находчивость. Имея этой на военной находчивость, которая сыграла очень большую роль, сыграл 3-й легкий артиллерийский дивизион. Ему было поручено дать обещание, Ленин надо выполнить. И ему было поручено, как хотите, поставьте пушечку на таком расстоянии, в таком месте, чтобы прямой наводкой попасть в штаб эсеров Попова. Это было сделано, и когда пустили несколько снарядов в здание штаба, поднялась паника. Ну, для победы это было уже почти половину обеспечено. Так было выполнено задание партии Ленина. 7-го уже эсеровских банд начали преследовать за пределами города Москвы. Не, одно слово. Так мне хочется сказать о роли Красной Гвардии, рабочих московской. Они вместе об руки шли с войсками из латышской дивизии. Рабочие, кто только мог держать в руках винтовку, они все пошли воевать с эсерами. Так что это нельзя сказать, что только наша заслуга была. Но большая заслуга была московской. Мне хочется, чтобы... Не забыли, что большую заслугу имели московские рабочие красногвардейские отряды. Вот как вы считаете, почему такое доверие оказывала партия, советское правительство латышским стрелкам? Ну, почему такое доверие оказывал? Потому что они в 17-м году на втором съезде приняли резолюцию, что они переходят на сторону Ленина за власть Советов. Вот поэтому второй латышские стрелки состояли в основном из батраков и рабочих. И в латышских частях было очень много, как сказать, большой процент коммунистов, которые воспитывали нас. Вот я в 13 лет попал в 7-й латышский батальон. Вот, а в 18-м было 15 лет. А мне было 17. 17. Сколько вам было в 18-м году? 19. Thank you.
конце мая агентам Антанты удалось спровоцировать антисоветский мятеж части чехословацкого корпуса, состоявшего из бывших военнопленных. Подразделения корпуса, растянувшиеся по железной дороге от Пензы до Владивостока, представляли серьезную угрозу для советской власти. «26 июля 1918 года. Глубокоуважаемый товарищ Цеткин, нас всех чрезвычайно радует, что вы, товарищ Меринг и другие товарищи спартаковцы в Германии, головой и сердцем с нами. Это дает нам уверенность, что лучшие элементы западноевропейского рабочего класса, несмотря на все трудности, все же придут к нам на помощь. Мы теперь переживаем здесь, может быть, самые трудные недели за всю революцию. Классовая борьба и гражданская война проникли вглубь населения. Всюду в деревнях раскол. Беднота за нас, кулаки яростно против нас. Антанта купила чехословаков. Бушует контрреволюционное восстание. Вся буржуазия прилагает все усилия, чтобы нас свергнуть. Тем не менее, мы твердо верим, что избегнем этого обычного, как в 1794 и 1849 хода революции и победим буржуазию. С большой благодарностью, наилучшими приветами и искренним уважением, ваш Ленин. Моя жена просит передать вам особый привет. Мне только что принесли новую государственную печать. Вот отпечаток. Надпись гласит: Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Перед вами первая наша Конституция. Конституция РСФСР 18 года. Она была принята 10 июля на четвертом заседании 5-го Всероссийского съезда Советов. Это великий документ эпохи. В его 17 главах и 90 статьях отражены политические и социально-экономические завоевания октября, зафиксированы права и обязанности граждан, определена структура советской власти в центре и на местах, разработана избирательная система. В мире не бывало таких конституций, как наша, говорил Ленин. Действительно, человечество к тому времени знало уже много конституций. Буржуазные политики использовали все свое искусство для того, чтобы заполнить эти конституции пышными, красивыми фразами о свободе, о демократии. Но роскошные обрамления не могли и не могут скрыть классового существа буржуазных конституций. Диктатура буржуазии – вот это существо. В конечном счете, вся государственная система создается для того, чтобы защитить привилегии меньшинства, сохранить строй, основанный на социальном неравенстве. Так зафиксировано, так поддерживается в буржуазных конституциях. А наша конституция впервые провозглашала и закрепляла права трудящихся, те массы, которые веками были угнетены и придавлены, стали полноправными хозяевами своей судьбы и своей страны. Наинизшие низы поднялись к историческому творчеству, получили для этого и право, и реальную возможность. В этом и заключалась, и заключается подлинная демократия. Демократия высшего типа, советская, которая, как и говорил Ленин, в миллион раз демократичнее всякой буржуазной демократии. Одним из этих прав было право на культуру. Первое – студия пролеткульта. Открытие памятника Кольцову. Миллионы впервые открывали для себя сокровища культуры. На открытии памятнику Кольцову выступал Сергей Есенин. А вот концерт Шаляпина.
Певец выступал на лучших эстрадах, в лучших оперных залах мира. Но, наверное, никогда он не имел такой доброй, такой отзывчивой аудитории, как в эти дни, в дни первого года нашей биографии. А это Ярославль. Ярославский мятеж. Сотни советских партийных работников, красноармейцев были зверски убиты. Вот вдохновитель этого мятежа, лидер и кумир эсеров Борис Савенков. Мятеж проходил под лозунгом «Союза защиты Родины и свободы». Какое громкое название. Через несколько лет перед советским судом Савенков даст следующие показания. С самого начала наша организация была в тесном контакте с французами. Они очень внимательно следили за ее ростом, поддерживали. Сначала по 40-100 тысяч, а когда речь зашла о восстании, то сразу же дали 2 миллиона. Вот вам и защита Родины и свободы на деньги французской военной комиссии. Заговором не было числа. Убит Володарский. August 30, в 10 часов утра в Петрограде убит председатель Петроградской чрезвычайной комиссии Урицкий. 30 августа в 7 часов 30 вечера при выходе с митинга тяжело ранен Ленин. Почти 2 недели не приходил Владимир Ильич в свой кремлевский кабинет. Почти 2 недели вся страна, затаив дыхание, следила за состоянием здоровья вождя по бюллетеням. Его боль была болью всей страны. В эти дни Феликс Дзержинский писал: «Я нахожусь в самом огне борьбы. Жизнь солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать наш дом. Это требует сугубого внимания и бдительности. Моя воля победить, и несмотря на то, что на моем лице весьма редко можно видеть улыбку, я уверен в победе той мысли и движения, в котором я живу и работаю». Из обращения в ЦИК. На покушение, направленное против его вождей, рабочий класс ответит еще большим сплочением своих сил. Обращение к воинам 5-й армии Якова Михайловича Свердлова. «Радуемся возможности принести выздоравливающему вождю товарищу Ленину вести о ваших подвигах. Известие о взятии Казани быстро исцелит товарища Ленина и вернет в наши ряды. Наши помыслы в ваших доблестях войны социализма. Вперед!» По первому зову рабочего и крестьянского правительства выступить на защиту Советской Республики от всяких опасностей и покушений со стороны всех ее врагов. И в борьбе за Российскую Советскую Республику, за дело социализма и братства народов не щадить ни своих сил, ни самой жизни. Вы видели на экране плакат художника Дени. Плакат несколько более поздний по времени, как будто. Но это в данном случае не имеет значения. «Гидра контрреволюции» – сюжет, очень распространенный во все годы гражданской войны. На плакатах, в газетах, в устных выступлениях. Выражение «гидра контрреволюции» символично. Знаменитое мифическое чудовище, откуда и идет это выражение, Лернейская гидра, была опасна, отвратительна, живуча. Но гидра была побеждена легендарным героем Гераклом. Маяковский писал, что будущие историки могут усомниться в существовании гидры контрреволюции. Помните, историки с гидрой плакаты выдерут, чьи это гидра была, чьи нет. А мы знавали вот эту гидру в ее натуральной величине. Мы не выдрали плакаты с гидрой. Мы знаем, что она была.
внешние и внутренние контрреволюционные силы объединились. Поэтому борьба приняла такой тяжелый, напряженный и затяжной характер. Это была настоящая война против нашей страны. Хотя эта война никогда юридически не была объявлена. Большевизм необходимо задушить еще в колыбели, призывал военный министр Великобритании Уинстон Черчилль. Первыми в Архангельске высадились англичане. Вслед за армией обязательно прибывали представители промышленности, дельцы, спекулянты. Этот альянс можно было увидеть во всех войсках интервентов. Вот, обратите внимание, американский штаб, американские дельцы, английский штаб, английские дельцы, французские дельцы, французский штаб. Последние минуты жизни коммуниста Герасимова. Сейчас прозвучит залп. Только на севере тысячи коммунистов, просто сочувствующих советской власти, прошли через концлагерь, созданный хваленной английской демократией. Сотни и сотни были расстреляны интервентами. На другом конце страны, во Владивостоке, высаживались японцы. Их высадка была замаскирована салютом красивых фраз о защите демократии и свободы. Но вот что в эти дни писал японский биржевой бюллетень. Россия является по своим производительным возможностям шитницей, рыбным бассейном, лесным складом, каменноугольными копьями и платиновым прииском мира. Вслед за японцами во Владивостоке появились и американцы. Появились, сгибаясь под тяжестью личного багажа. Но в то же время они надеялись увезти из России нечто более солидное. Союзная комендатура во Владивостоке, британское консульство. А вот это один из тех, кто спешит к столу. Да-да, не удивляйтесь, именно к столу. В это время американский министр внутренних дел Лейн писал: «Сибирь является целиной, и мы не должны опоздать к столу». Вот министр, а вот его подлинные слова. В ноябре 18 года в Омске адмирал Колчак провозглашает себя верховным правителем России. Какая величественность! Недаром он собирался въехать в Москву на белом коне. Деньги на овес давали американские миссии. Генерал Деникин, друг и соперник Колчака, тут больше надеялся на английских советников. Ну, словом, каждый искал свою кормушку. Но чем больше высаживалось войск интервентов, чем больше вооружалось на средства интервентов белогвардейских формирований, тем больше крепло сопротивление не только на фронте, но и в тылу. Англичане и французы, они изобрели себе так называемую директорию, петлюровщину, вот эту самую директорию, петлюровские тоже войска, и потом начались появляться офицерские добровольческие соединения, белогвардейщина, уже это еще до Деникинщины, белогвардейщина, которая помогала им изуверствовать, они не только своими руками, но они очень действовали, тут уже начались зверства, всякие другие, то, что особенно потом сильно проявилось в Деникинщине, третье наше подполье, три подполья за два года пришлось. Вы представляете, какая обстановка, так сказать, была. Не случайно Ленин в одном из своих выступлений очень высоко оценил вот эту работу подпольщиков, большевиков, ну, я считаю, комсомольцев, потому что все старые большевики в своих воспоминаниях очень интересную деталь называют. Вот много воспоминаний есть об одесских подпольях. Они прямо говорят: мы печатали, и все это, но распространяли, расклеивали.
комсомольцы. А вот что было самое характерное для той эпохи? Героизм, в первую очередь, во всем. Мы обычно посылали на расклейку парня и девчонку. Для чего? Это для того, чтобы он возьмет ее об руку, обнимет. Мы разрешали им поцеловаться даже. Вы понимаете, так, ну, тут патруль даже ходит. Ну, знаете, можно все запретить. Но запретить молодому человеку и девушке гулять вместе, да еще ухаживать за ней. И вот они уловят момент, ну, заранее расписывались. Это все по минутам расписывали, где, когда они должны расклеить. И вот они идут в один момент, значит, надо было суметь эту штуку наклеить. И надо было в те минуты, пока все еще не пристало, суметь свертывать трубочку. И вот они в определенное место быстро доходят, вдвоем прижмутся к стенке и так далее. Раз. Голодные. Да, холодные такие все. Вот. Но в то же время вот азарт. Да, азарт такой вот в них. Но они представляются не таким в буденовках. Вот, да, в красных косынках, вот такие длинные на них шинели. Я попала в латышский третий, в латышский полк под Ростовом на Дону. Я забыла, как станица называется. И мы через пару дней должны были штурмовать Ростов-на-Дону и освободить от белогвардейщины. И ребята смотрели, думали, что девчонка испугается она. Но когда я стала рядом с остальными в своей роте, и после, когда мы заняли эту, да, Ростов-на-Дону, тогда этот командир полка Кирилл Стучко сказал: ты очень обиделась на меня. Я говорю: не очень. А ребята говорят: мы уже считаем, что ты наш целиком. Один из генералов Антанты как-то заявил: особых трудностей нам не предвидится, и вряд ли придется долго воевать. Ну, с точки зрения профессионального военного, кто мог сопротивляться? Рабочие и крестьяне, которые не могли даже строй держать. Что заставляло их учиться стрельбе и перебежке? Всей этой науке убивать и не быть убитым, совершенно ненужной для рабочего и крестьянина, но столь необходимой для бойца. Вера в справедливость борьбы, вера в прекрасную завтрашнюю жизнь, которую многим из них так и не удалось увидеть. Вот в чем был секрет этой победы. Перед этим боем у нас белые стянули пулемет. Там как-то обошли, в общем, и прозевали пулеметчики. И вот этот наш пулемет и пулемет белых начали по батальону наносить такой огонь, что голову поднять нельзя. И надо было как-то заглушить. И вот я сам пошел, полез с этим, со связкой с этой. И как-то удачно эти гранаты бросил в тот момент, когда два пулемета, один хотели снять, а другой заряженный сменить. И как раз разорвались гранаты в тот момент, когда оба пулемета. Ну и тут ура, и освободили это мнение. Я был ранен. За этот бой 16-летний Франц Миезис был награжден орденом боевого красного знамени. Победа на Восточном фронте, успешная оборона Царицына, изгнание германских захватчиков с Украины, освобождение Белоруссии, успешные операции на севере – все это радует. Но сколько еще предстояло сделать? Сколько еще врагов готовились к атаке? И скольких уже не было вместе с нами? Замученные в застенках интервентов, убитые из-за угла, повешенные и расстрелянные, погибшие на фронте и от тифа. Как нам будет не доставать вас? Сколько прекрасных жизней потерял рабочий класс и партия большевиков. ...26 бакинских комиссаров, предательски расстрелянные интервентами в 1918 году. Но даже своей смертью большевики агитируют за советскую власть, с ужасом писали офицеры Деникинской контрразведки.
22 июля 1918 года расстрелян первый нарком труда Туркестанской республики Полторацкий. Его последнее письмо адресовано рабочим Туркестана. 21 июля 1918 года. Товарищи рабочие, я приговорен военным штабом к расстрелу. Через несколько часов меня уже не станет. Имея несколько часов в своем распоряжении, я хочу использовать это короткое драгоценное время для того, чтобы сказать вам, дорогие товарищи, несколько предсмертных слов. Погибая от рук Белой гвардии, я как революционер ничуть не страшусь смерти, ибо я верю, что на смену мне придут новые товарищи, более сильные, более крепкие духом, которые будут вести начатое святое дело, дело борьбы за полное раскрепощение рабочего люда от ига капитала. Принимали командование эскадронами. 7 ноября 18 года в колоннах демонстрантов по Красной площади проходили делегаты первого съезда комсомола. Те, кто создавали наш комсомол. Юноши и девушки революции. Правда, у нас их не занимает энтузиазма было. И потом жизнь заставляла, знаете... Когда тебе жизнь заставляет или дают тебе дело такое, ну, я не знаю, откуда энергия бралась осваивать что-то такое. Понимаете, мы росли как-то на это. И вот когда сейчас я на 16-м съезде, на других съездах, часто встречаюсь, вот на студенческом слете мне пришлось выступать года два тому назад, это первые дни, когда их наградили, помните, медаль, выступал там, я речь держал там. Так представляете себе, вот. Это люди того возраста почти, которыми мы были. Ну, это же, знаете, небо и земля с точки зрения образования, развития, возможностей потенциальных, мысли, отдачи. Знаете, мы что, отдать только революционной энергии могли взять другие. А тут же, слушайте, это же кладезь уже накопленных, понимаете, знаний и всяких других, которые только надо уметь направить и на колоссальные перспективы использовать и так далее. И, конечно, первое чувство колоссальной зависти большая. Я прямо вам скажу, понимаете? Зависть, когда я смотрю на них, это, черт подери, понимаете? Как хотелось бы сейчас еще раз, вот только таким уже быть, понимаете? Ну, это я тоже готов повторить все, что было, это тоже я... Знаете, интересная прошла жизнь, но она трудная, тяжелая. Но вот иметь такое образование, иметь вот такие, да и еще в годы, вот мне сейчас уже почти 77, понимаете, почти 77, немножко чувствуете, так поджимает, так грудь там и все такое. Вот если сбросить лет бы 30-40, черт блин, на них смотрю, зависть большая. А потом я... Не скрою от вас, мне повезло очень в жизни. Первый год советской власти. Он мог стать годом труда, годом претворения в жизнь самых дерзновенных планов, годом мира и счастья. Он мог стать. Но вошел он в историю песенной строкой. Вошел как боевой 18-й год. Год битв и побед. Год потерь и свершений. Первый год нашей биографии.